Сейчас сборная Казахстана готовится к отборочному матчу на чемпионат мира 2018. Завтра подопечные Талгата Байсуфинова сыграют с командой из Румынии. Накануне важной встречи наставники обеих команд встретились с журналистами и рассказали о настрое спортсменов на игру. Дело в том, что в прошлом матче против сборной Армении травму получили три основных игрока румынской команды. И теперь неизвестно, смогут ли они выйти на поле. Казахстанская же сборная осталась без поддержки Бауржана Исламхана. Завтра придется играть на искусственном поле, но мы хорошо готовились в Бухаресте. Румынские болельщики ждут от нас такой же победы, как и над Арменией. Мы понимаем, что нас ждет трудный матч, тем более сложно играть практически без отдыха. Но я надеюсь, что мои подопечные оправдают ожидания фанатов.